предпоследнюю субботу Великого Поста накануне вербного воскресения у православных христиан отмечается церковный праздник «Лазарева суббота». Данный праздник носит имя Лазаревой субботы, потому что в этот день Господь Иисус Христос в присутствии своих учеников и других людей воскресил умершего своего родственника по имени Лазарь. Воскрешение Лазаря, конечно, прежде всего это для нас праздник. Почему? Потому что мы прежде всего совершаем то великое чудо, которое Господь сотворил над своим двоюродным братом. То есть он по болезни умирает, и Господь делает это чудо, показывая людям то, что он имеет власть не только над живыми, но и над мертвыми. Господь Иисус Христос воскрешает четверодневного Лазаря, даже того, который уже, скажем, уже четвертый день почил, уже человек физически, уже телом уже разлагается, и Господь из этого даже по своей силе воздвигает, то есть воскрешает этого человека, своего двоюродного брата, показывая свою славу народу, и видя это, конечно же, все люди начали прославлять Христа, прославлять за Его великие чудо. Они поняли, что именно пришел Тот, Которого они ждали, то есть сам Мессия Христос, Который пришел ради каждого из нас, для того, чтобы человека именно спасти, привести жизнь вечную. В настоящее время в гагаузском народном календаре Лазарева суббота сохранилась как праздник, дошедший до нас с древних языческих времен. Празднование Лазаревой субботы сопровождалось соответствующей обрядностью. Однако в наши дни обрядность Лазаревой субботы редко уже практикуется. В каждом селе, конечно же, есть свои разные традиции. Я знаю, что помню, что и мои родители рассказывают, что они в молодости ходили в этот день Лазарки. Но какой обычай, что она себе представляла, до наших дней, лично в моем селе, где я родился, это не сохранилось. И помню из уст моих родителей, что они рассказывают, что они ходили вот как-то Лазарки, там что-то с платочком было связано, что-то они завязывали туда. То есть я яйцо, ну, не могу точно сказать, но до сегодняшнего дня этого точно уже нет. В Лазареву субботу во всех православных храмах служится божественная литургия, посвященная чуду воскрешения Иисусом Христом Лазаря, что свидетельствует о великой божественной силе, что Господу подвластны и жизнь, и смерть человека, и надежда на грядущее воскресение всех умерших, кто веровал во Христа и исполнял Его заповеди.